Продам однокомнатную квартиру на улице Академика Заболотного. Площадь 32 квадратных метра. Просторная комната, большой балкон, благоустроенный двор. Цена 17 тысяч. Горячая семерка. Лучшее предложение недели. Я работаю руководителем 7-го филиала агентства недвижимости ТВ Дом. Наш филиал находится в Малиновском районе, Филатова, 41. Частные участки, частные дома на ближних и дальних мельницах, на Ленпоселке. Мы знаем, где есть кадастровые номера, где нет кадастровых номеров, как правильно оформить договор купли-продажи. Приходите в наш филиал, и мы вам поможем подобрать ту недвижимость, которая вам будет по душе. Мы вам все расскажем, подскажем, как правильно оформить документы, как подготовиться к продаже своего объекта. Надеемся, что вы, придя к нам один раз, придете еще много раз. Приведете своих родственников и друзей. Квартира «Сталинка» в отличном состоянии на улице Спиридоновской, четвертый этаж пятиэтажного дома, площадь 55 квадратных метров. Ищите комфорт, надоела квартира, дом на тихом семейном курорте у моря. Двухкомнатная квартира на Молдаванке, площадь 42 квадратных метра, хорошее состояние, высокие потолки, тихий двор, закрытая парадная, цена 27 тысяч. Внимание! Новое!